Вот и закончился первый день Великого Поста. Окончание его было Великой Предвечерей, чтением канона Андрея Пророка. Чтение канона будет происходить еще в последующие 3 дня. Понедельник, Великий Вторник, Великая Среда, Великий Четверг. Ну, кто не сумеет побывать и молиться в церкви, конечно, может и дома помолиться, почитать канон, но в церкви это было бы лучше. Если не сумеет выйти эти 4 дня, то можно канон также помолиться здесь, в Храме Божьем, в пятую седмицу Великого Поста. В среду, да, читается стояние Марии Египетской, о котором в этом каноне тоже будет говориться. Канон Андрея Крицкого – это вообще замечательное творение этого преподобного отца. Великим он называется, и потому что в нем довольно-таки большое число тропарей, которые мы читаем, и по своему такому значению, нравственному, духовному, нравственному значению. Потому что канон Андрея Крицкого призывает нас к чему? К покаянию. Вот изменение своей жизни к лучшему. Но на примере праведников, а в этом каноне рассказывается не только говорится о праведниках, но и о грешниках. Все эти персонажи взяты из Священного Писания. И можно на примере увидеть, как и праведников, как и грешников, историю восстания человека, историю падения человека. Канон Андрея Крицкого показывает нам, да, что значит рассказывать нам и показывать, что значит жить в грехе. Ведь жить в грехе – это не только ты живешь, когда ты совершаешь какой-то грех. Но жить в грехе в нашем современном мире, вообще мы как-то живем все в грехе, потому что мир во зле лежит. Когда мы с вами не кинем взгляд, где мы не окажемся, дома или на улице, грех нас не оставляет. О нем говорят, о нем мы слышим на улице, о нем, как говорится, греховные люди выражаются, ругаются, осуждают друг друга. А еще страшно, и, конечно, друг друга ненавидят, злейшей такой ненавистью. Ну и дома, конечно, мы никуда не можем скрыться, потому что средства массовой информации нам тоже о чем говорят? О грехе вещают. Посмотрим мои каналы, переключим, да, эти каналы, увидим, что идет. Ну, боевики, или еще какие-то мелодрамы, или какие-то смехопередачи, где сатирики, так называемые, высмеивают именно свой народ, к сожалению. Все смеются над этим, а ведь это греховно, да? Вот. Мы же знаем такую поговорку. Скажите 100 раз, что он хрюшка, да, он захрюкает. Но мы же с вами не хотим таким быть, правда же? Не хотим хрюкать, а желаем быть именно нормальными людьми. Вот поэтому что отличает человека, который живет именно согрешает, но с таким согрешает чувством, что он желает в корне изменить свою жизнь, но порой это у него не получается. У него есть желание быть со Христом. А есть люди, вот даже так, живущие без Бога, Бога особенно не верят, хорошие люди. Но вот им, как говорится, и не нужно быть с Богом. Они для себя считают, что им с Богом быть не нужно. Вот поэтому, дорогие мои, что мы с вами, как уже и говорилось, входя в Великий Пост, будем для себя открывать самих же себя, кто мы с вами такие. Вот. И окажемся, что наше внутреннее состояние, оно ведь очень греховное состояние. И как люди мудрые говорят, ничего во мне хорошего нет. Человек на самом деле определяет, видит, что в нем ничего хорошего нет. Бывает, конечно, смиреннословие. Это особенно распространено так в церковной среде. Как
Когда человек говорит, я самый грешный, самый грешный. А скажи такому, да я знаю, что ты грешный. Он на тебя обидится. Сколько раз такое бывало? Обидится еще, да, будет потом враждовать с тобой. Как же? Ты ему сказал, что он грешный. Как ты посмел? Вот греховное состояние как раз и человеку открывается, и будет открываться сейчас, и вообще вот, во всей его жизни. И, наверное, самое главное, это человека познать самого себя. В жизни одно из главных таких достоинств – познание самого себя. И вот мы с вами должны себя познавать. Не только такие, что мы что-то сделали хорошего, да? А в основном познаем себя с отрицательной стороны. И уже не удивляемся, что этот грех мы можем совершить. И уже не поднимается рука или язык сказать, что на другого человека, что он грешный. Почему? А потому что сам он совершил. Вот, дорогие мои, о чем можно сказать именно в смысле этого канона, да, преподобного Андрея Крицкого? О том, чтобы душа стремится к изменению себя к лучшему. Вот это самое главное. Именно вот эти примеры, что о окаянной душе, да, покайся, мы слышим песнопение. Как душа называется? Окаянная душа. Почему она окаянная? А потому что такая есть по своей натуре. А как человек может измениться к лучшему? Когда он будет уходить от этого окаянства? Когда он будет стремиться именно изменить свою жизнь к лучшему и быть именно, приобрести такие навыки в своей душе и в своей жизни, да? Чтобы они, прежде всего, человек, который живет рядом в обществе с кем-то, со своей семьей, с ним было жить-то и не трудно, а наоборот легко. Потому что знаешь, что такой человек тебе всегда поможет, всегда как-то, если не скажет что-то, то, по крайней мере, выслушает, не осудит. А это, наверное, самое главное в сегодняшнем нашем мире. Что нам не хватает, да? Прежде всего, внимание и понимание друг друга. Вот я вам и желаю, братья и сестры, чтобы мы были особенно внимательны друг к другу, ближним своим внимательным. И относитесь к ним большим уважением.